Yemao Каплин. Твой музон хорош. Ой, сика, блин. А, сифон фильтр? А, я хрен его знает. Я не помню, какой у меня там перевод. Блин, ну, у меня в шкафу. Да. Они, во-первых, большие по толщине. А это вот такие. Извините. Маука женщина? Ты побывай. Тетя Галеспи. Что-то с графеном не так. Что-то с графеном не так. Надеюсь, все будет нормально. Снизу что-то не то. Дисторбит. Сразу предупреждаю, это перевод здесь. Обычно. Просто текст. Не будет этого. Шерил? Это Шерил? Куда идешь? Нормально. Шерил, где же ты? Странно. Тихо здесь, слишком тихо. Смахивает на город призрак. Шерил? Это Шерил? Так, ой, на аналог можно ходить, ничего себе. Так, на какой бегать? На квадрат, окей. Шаги! Я слышу шаги! Как же в этой игре много дизеринга, капец. Шерил? Это ты, Шерил? Дизеринг. Видишь, на земле текстуры как нарисованы. Точка, точка, точка. Точка, 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 видишь? В конце особенно. Это дизеринг называется. На старых экранах, CRT-шных. Ну, вот эти вот, с трубкой, которую... Это все как бы, ну, в кашу в одну сливалось и получался как новый цвет. Ради экономии, короче, цветовой палитры делали так. Вот. А на новых экранах это выглядит как говно, на самом деле. Ну, что поделать. То есть ты если издалека смотришь, вроде бы нормально выглядит, вот вот так вот. Так смотришь, вроде нормально, ближе начинаешь подходить. Вообще козырно. Дальше отходишь, писец полный. Видишь, все в точках. Все в точках. Топ какой. Берегись собаки. Это, ну, такая Шерил, Шерил его дочь.
Танец, это танец, это танец, это танец, это танец. Харри, я так испухана, мне холодно. Успокойся. Чё в натуре, как дети-то? Спасибо, Бисер, не крайт за 33 месяца, я не знаю. Ты же вроде подписывался недавно. Доброе утро, соседи! Ну ладно, не суть. Спасибо за подписку, 33 месяца подряд. Если у вас есть Данчичка, бросьте ее в чат и котеечку. Я подписывался, да, я подписывался. Твич не мучит, он же дважды. Ну, кстати, этот сирену слышно на заднем плане. Да, овечки делись. Ну, никому не нравится, они только вон на значках сабов. Купил себе LT-монитор специально для этого. Ну да, на старых прям топ выглядит. Привет, мистер Эпилепсия. Так, ну поехали. Ух, эти ракурсы сайлентхилловские, мать его. Камеру колбасит. Че, самое время для... Странно, становится темно. Концовка НЛО. Ух, я бы ее, конечно, попробовал бы сделать, на самом деле. Думаю, это лучше, чем совсем ничего. Просто на ютубе говорят, что я атмосферу порчу в играх. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Что это? Что здесь происходит? О, щу-чу-чу, постоянная... Нет! 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 Не надо, не трогай меня. Нет, 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 на помощь. Чат, чат, чат. Бежать некуда, чат. Чат, бежать некуда. Нас убивают. Нет, чат, 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 живи. Нет, 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 не надо. Некуда идти, нет. Не надо, не. Все, нам писец. Не, нас убивают. Нас убили. Не такой цвет был. Ой, а кто это у нас тут? Вот такой. Я спал, что ли? Как самочувствие? Словно грузовик по мне проехал. Но думаю, я в порядке. Рада слышать. Ты местный? Ты можешь мне рассказать, что случилось? Даже секунду, я просто турист. Приехал сюда в отпуск. Так вот, добрался. Понятия не имею, что-то произошло. Я и сам хотел это узнать. Ага, да ну. Вы не видели здесь маленькую девочку?
Мне только-только в прошлом месяце 7 лет исполнилось. Маленького роста, черные волосы, моя дочь. Простите. Единственный человек в этом городе, которого я видел, это ты. Так где все-то? Сказал, если бы знала, уж поверь. Что я точно могу сказать, здесь происходит что-то странное. Это все, что я знаю. Как вас зовут? Харри. Харри Мейсон. Сибил Беннет. Офицер полиции из Брамса, это соседний город. Телефонная связь не работает, радио тоже. Собирался вернуться за подкреплением. Собираюсь. Как много в этой игре. А ну-ка стоять. Куда собрался? За дочерью. Я должен ее найти. Ни в коем случае. Там опасно. Тогда тем более я должен поскорее найти. Шерил — моя маленькая девочка. Я не могу ее оставить одну. Еще в таком месте. Оружие есть с собой? Нет. Держи. Я надеюсь, что тебе не придется этим пользоваться. Слушай меня. Прежде чем нажимаешь на спуск, подумай, в кого целишься. И вообще не делай этого без нужды. И меня не пристрели по ошибке. Понял? Да, спасибо. Лучше бы тебе оставаться неподалеку. Вернусь с помощью, как только так быстро, как смогу. А мистер Эпилепсия красавчик. Подождите, ну катсцена идет. Ну что, я во время катсцены буду кричать, ну там, кто там красавчик? Шо вы, ну шо? Лечебная настойчика. Настойчика боярышника, да-да-да. Хорошо. Фонарик. Потрясающе. Карта. Вот. Старого Silent Hill'а взять ее. Что с низом произошло внезапно? Чё это там? Чё это там? Возможно, кому-то после меня еще доведется побывать здесь. Надеюсь, ему помогут мои записи. Mortal Kombat Trilogy будет? Ну, когда ты его добавишь в таблицу, тогда он будет. Его что, в списке нет? Кафе. Это Роман. Пинбольный автомат. Ничего особенного. Там какая-то шляпа летала за окном. Видел, видел, видел? Сейчас меню, кстати. Вообще огонь. Нету проблем никаких. Хотя нет, вот есть проблема. Но это невооруженным глазом не заметить. Интерлейсинг, блядь, включился. Когда быстро, короче. Когда интерлейсинг включается, полоски такие небольшие. Ну, видишь, на предметах. Невооруженным глазом это хрен заметишь. Через Duckstation? Нет, я играю через PS3 по обратной совместимости. Настойчику боярышничку возьмем. Кухонный нож. Я на железке с диска. Радио, похоже, сломано, но во всяком случае ничего не слышно. Ну, окей. Что это? Радио? Что творится с этим радио?
Харри, не подходи к окну! Как стрелять-то? Сука, я тебя щек... Блять, какая. Так это не сон. Что здесь происходит? У PS3 есть обратная совместимость. То есть ты все это время, когда играл в PS2 игры, не замечал этого, да? Ну ладно. Да, хотя не. Не, ну мы что-то играем. Мы Кастельванию играли. С PS3 тоже. Чё по ХП? Ну, наверное, все вроде. Чё с ногой? Харри, чё с ногой? Харри, Харри, чё с ногой? Ну-ка. Чё-то прям колбасит ногу. Какое счастье быть любимым, по-настоящему любимым. Слушай, о, ты, говнюк, закрой пасть, люди спать хотят. Любите быть любимым, какое счастье. Заткнись, карманное сука. Радио. Заткнись, сука. Совместимость? Официально. PS1, PS2. Официально PS3 поддерживает. Итак, а какую кнопку на треугольник сапудов, да? Карта, да? Куда могла пойти Шерил? Сдается, мне надо еще раз посетить тот переулок. Опять дизельный, блядь. То есть не так заметно. На треугольник, да, карта. Прямо направо. Так, стоять. Чё, есть? Нычки какие-нибудь, предметы? О, патроны. Немного патронов к пистолету. Да, давай. Я согласен. Не все PS3 поддерживают, или я лох? Все PS3 поддерживают PS1. Ты можешь диск вставить с игрой, она будет работать. Официальная игра. Лицензионная. Счет PS2 другой момент. В прошивке что-то там 3.6, что ли, удалили обратную совместимость. Но если у тебя прошивка ниже, ты можешь играть. Так, я уехал, пацан, тихо. Где наш ремейк Silent Hill на PS2? Называется Shattered Memories. Еще вопросы? На PS2, на Wii. Только он почему-то никому не нравится. Я не знаю. Меня прям радует он. Щит мне! Так, мы здесь? Так, где-то слева должен быть заход. Не, тихо. Предметы? Не надо. Собаки? Чё, собаки? Кто собаки? Кто собака? Кто обзывал? Чё? Нахер. Да, черные диски, которые. Ну, она вариативная, эта новая версия, это шо, пиздец просто. Там от твоих действий зависит до хера. Патрончики, еще патрончики, что-то еще есть. Так, в школу. Сейчас у меня альбом Шерил. Она в школе. Что ты взял? Да, можно спасти. Это каноничная концовка.
Мы на нее идем как раз. Ложка альбома — это рисунок. Это я? Это первый рисунок в альбоме. Я подарил его на день рождения. Шерил, в смысле. Когда ей исполнилось 5 лет. Ты его просто так бросил, да? Стальная труба. Окей. Снова в школу. Не будем лучше про концовку говорить пока. Беги, сука, беги! Есть что? Чего нету? Итак, как мы будем дальше проходить? Просто так мы пройти не сможем. Тут что-то нужно какие-то ключи искать. Давай искать ключи. Я назад чуть вернусь. Отстань. На. Давай до конца. Я упал. 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 Отстань, а? Отстань, а? Я за... Чухо. Так. А давай вот сюда заскочим заодно. Тут вроде как что-то должно быть. Ну, судя по карте. Отстань. Отстань! Хватит! Хватит. О. Магаз какой-то. 8-11. 7-11, только 8. Логотип точно такой же. Ой-е. Настойчик боярышника. Да. А еще что есть? Сохранение вон. О, еще две настойки. Нормас. А это что такое? А, это хилка большая. Аптечка прям. Ты меня игра балуешь прям. Нравится. Еще раз сохранимся. Магазин. Итак, куда идем? Я фонарь взял. Прямо направо, сразу, чтобы тупик отметить. Скорее всего, там тупик. Ну, либо мы оттуда приехали. Да и наверняка тут что-нибудь лежит. Что-нибудь хорошее, может быть, не очень. Чего? Ну чего? Чего? Да иди ты нахер! Че, реально ничего нет, что ли? О, машина наша, точила! Моя машина разбита в смятку, вряд ли она заведется. Где Шерил? Ради бога, пусть с ней будет все хорошо. Бляха. Опасненько. Так, валим. Валим отсюда к чертовой бабушке. Так. А что, у меня на карте не отметилось? Или я куда-то не туда? Я куда-то не туда побежал, походу. Этот Silent Hill, он такой, знаешь, он... Блядь, запутанный, нихера не видно. В этом тумане долбаном. На, мы еще найдем. Я пробежал опять. Да что ж такое-то, блядь. Короче, после поворота налево. Угу. И еще раз налево. Вот так. Смотрим внимательно. Может быть, ништяки где-нибудь валяются. Yeah.
Ебать, слалом пошел. Так. Отстань. О. Ну хоть не ГАИ, слышишь? Ключ льва. О. Ключ льва, это хорошо. Это то, что нам как раз нужно. Туда бегу. Да. Рябиновую настойку ебашил за рулем, пока ехал. Вот разбился. И на самом деле там в заставке в первой показывали, что он этот... До начала игры. Что типа он... Девочка выбежала на дорогу, и он срулил в сторону. И они улетели в кювет. О. Да сучка. Ключ страшилы. А ключ дровосека будет? Или ключ Элли? Да чё, хуел что? Дай пройду. Хоть тут мешают мне. Иди в жопу. Не, он не устает, он просто останавливается, когда он, у него отдышка. И, в общем-то, все. Что-то здесь есть? Вот тут конкретно. По карте не совсем понятно. Блин, 100 лет назад, блин, последний раз играл Silent Hill. Видишь? Нет ничего. Вообще ничего нет. А что за место? Нет! Нет! Не надо. О, это что такое? Сюда можно войти? Это что, голова? Голова собаки? Кто-то в баскетбол играл головой собаки. Ключ дровосека. В город изумрудный, идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой непростой. Ловят мы три желания, исполнит мудрый Гудвин. И Элли возвратится. Блять, все, уже начал собаку изображать. С татушкою домой. Блять, надо пересмотреть этот мультик, он такой охуенный. Это же кукольный вроде был, да? Я уже реально не помню. Капец. Привет, Абдулин, что? Так. Дальше. Укстор. Ядрить шумахер. Так, я точно помню, что мы ищем на этой улице будку. Вот на этой конкретно улице. За кем рядом мы ее ищем, я не помню. На всякий случай в свои эти прохождения я не смотрю. Хоть они у меня открыты вроде как передо мной. Ну, этот, они далеко. Я не вижу. Я помню, что что-то с будкой было. Сейчас разберемся. Эй, вот и будка, кстати. Смахивает на собачью конуру, но не совсем уверен. Собаки здесь нет. Ты серьезно сейчас?
Ничего особенного. Да в смысле, чего особенного? Собаки, говорит, здесь нет. А это, блядь, кто? Бля, хочу здесь сделать-то, но я, блядь, не помню. А, нужно какую-то записку найти. А где она, эта записка? Ну, ладно, сейчас будем искать. На краю какой-то пропасти, что ли? А я хрен помню, реально. Так, секундочку. Если не здесь, значит быть вправо. Не, там какой-то, короче, обрыв был. И на обрыве лежала записка прямо на земле. Собачья конура было написано. И адрес. Что-то в этом духе. Относительно помню. О. Оно. Конура. Улица Левина. Окей. Okay. И теперь мы знаем, что что-то с конурой не так. Окей. Okay. Ключ от дома спрятан в собачьей конуре. Это лучшее место, где ключ прятать от дома. Да? Собака же тебя явно чужая, не подпустят. Улица Ленина. Не, ну если бы была улица Ленина, я думаю, это была Россия бы. Спрятал ключ от дома. Потрясающе. Мне на Доре недавно подарили весь сборник. Лучший подарок на 33. Лучший, подожди. Сборник чего? Порадуй меня. Открыто. Все, сука, этой настойкой ебашутся. Потом это, блядь, у них Silent Hill там. Такой не зайду, я везде она есть. И патроны, блядь. Я тебе говорю. Тут происходит нечто чудовищное. Люди бухают настойку. Привет, медведь. Ключи к затмению. На этой карте на стене что-то написано. Скопировал надпись на свою карту. В принципе, наверное, уже и незачем, да? Тут три замка, ключ льва. Ключ дровосека. Ключ страшила. И дверь открылась. Ну, я карту гляну. Но вот мы во всех этих местах вроде были. Один ключ там. А где остальные пометки? А где остальные пометки? Что странно. Как дела, медведь? У нас все хорошо. У нас все очень хорошо. У нас, да? О, нет. Снова наступает тьма. Чего? Чего происходит? Чего? Оу, щит. Да, зимой темнеет быстро, блядь. Правда, это не снег нихера. Да ладно. Нахуй, бежим отсюда в жопу. Куда бежим? Мы бежим в школу, правильно же? Где она? Зачем поворотить налево? Надеюсь, здесь. А там не было где-нибудь по дороге ничего такого? Блин, в начале вон было. Улица Блоха. Окей. На улице Блохи. Был магазин какой-то или что-то там подобное. Так, далее куда? Просто по прямой.
Да, небольшой трюк. На самом деле. Чтобы враги тебя не видели. Ночью. Они просто... Здесь все враги реагируют на свет. Даже не на объект на твой. Просто на свет. Собакин! Собакин! Не надо! Не надо! Не надо! Кусь не надо! Чик-чирик, я в гробике. Угу. О, наглядный пример дизеринга. Смотри как. Смотри, сколько точек. Жесть. Жесть просто. Все в точках. Ну, аутентичный вид. Мне так больше нравится, на самом деле. Карта школы. Школа Мидвич, да, я так понимаю, да? Правильно? Так называется, да? Мидвичская начальная школа. Этаж первый. Любопытный факт. Прообразом этого здания стал детский сад из фильма «Детсадовский полицейский». Да. Если вы смотрели, это вот оно, это здание, в котором тот фильм снимали. Блин, ну нахер. Ну нахер, тут страшно. Чего? Чего? Мур, Рональдо, Гордон. Это должно быть список учителей. Рональдо? У вас учитель Рональдо? Написано кровью. 10:00, алхимическая лаборатория. Злато в руке старика и грядущее скрыто в длани его. Лишь за воду мудрых злато свое он отдаст. Мур? Амур? Амур? Амур, миамур. Написано кровью. 12:00, место звуков и песен. Серебряный знак голоса скрывает безмолвные, их пробуди в порядке, как я предписала. Мне это твой голос, мурашки. Хорошо. Написано кровью. 5:00. Тьма, что приносит удушливое пекло. Треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Может, не будем брать в игры, брать, она страшная. Ты говоришь, я ж потом не усну. Че тут? Есть курить. Здравствуйте. На картине изображена дверь. Не знаю, кто ее нарисовал, но у него явно дурной вкус. Чтоб ты понимал. Это шедевр. О. Вот эта комната на самом деле очень похожа на комнату, в которой Шварценеггер с директрисой разговаривал. Когда она ему сказала, типа, это... Что вы почувствовали, когда ударили этого мерзавца? Возможно, это, кстати, она и есть. Не знаю. Закрыто. На карте помечается, правильно? Но. На карте все помечается. Так, как карту переворачивать? Сразу мне скажи. Ух, ебать, камера крутится. Что это? О, дверь. Здравствуйте. Это лазарет? Нет, это не лазарет. Что-то типа при... а нет, может, это лазарет. Вот этот шкаф. Вот в фильме точно был. Вот он прям один в один там. Они вот здесь вот с этим. Как его там, Джуниор звали? Пацана. Или как там его звали, не помню. Джуниор, наверное, это другой фильм. Вот эта комната точно была.
еще и медицинский полицейский. Я сейчас буду бежать, и пятки мои будут сверкать, я предупреждаю. Шерри должна... А, я что, назад вернулся? Фу, блядь, не в ту сторону. Напротив, вот сюда. Кто? Где? Что? У-у-у! Тихо! У-у-у! Тихо, не надо, бро. Ты дурак, блядь, что ли? Мелкая сволочь. Исчез. Так, опасненько, опасненько. Склад, спортзал, класс. Так, давай сразу выключим фонарик, чтобы они нас не видели сразу сходу. Вплотную они нас увидят. Я надеюсь, вам видно картинку. А, они нас увидели. Да отстань. Ничего страшного, мы увидели хуй с ними. Да. И тишина. Так, там я все двери проверил. Так, вверх пока не пойдем. Учительская, да, учительскую. Нет, не, давай, давай не в учительскую, да, какое-нибудь другое место сходим. Я что-то передумал. Привет, Юки. Все закрыто. Ну охренеть. Другу нужна помощь. Ну ты чё, как? Совсем писец. А, ты прошел башню? Хорош. Хорош. Так, по идее, это откроется, да? Да, теперь открыто. Ну-кас! Ничего, я с ним дрался. Ради ничего? Отлично. Ну а дальше что? Следующий уровень как? Такая дичь. Да, это нормально. Нормально. Не смотрел очень даже. Ну, я понял. Ты немного сгорел, я так понимаю. Пизду эту игру. Ну как немного? Я что-то это... Из того, что я слышал, ты что-то там сильно прям сгорел. Ну, сейчас уже не важно. Ушел на заслуженный отдых. Ну, правильно. А, дальше пойдет как по маслу. Все нормально будет. Главное, это прошел. Нихер с ним. Ну и чат говна, да. Чат душил больше, чем игра, блядь, душил, да. Ой, ты игра сложная, ты не пройдешь. Там сейчас будет классный момент, да, ты его не пройдешь сложно.
О-о. Э-э. Ой-ой. По-моему, я себя спалил только что. Нет! Да не гугуньку! Не трогай мою гугуньку! Тихо! Да возьмите, блядь, предмет! Ну! Уси-ка! Бляха, не помри, пожалуйста. Чё ему гугуньку? Вот, кстати, класс из этого... Засадовского полицейского. Я не буду с ними особо связываться. Нахер они не нужны, в принципе. Чё я не трогать мою гугуньку, ну? Кто-то из зрителей пишет, что да не, он дропнет. И я не дропаю. И прохожу, то бан на неделю. Вот это даже не правило, это этот... Какого? Теорема, блядь. Или как это назвать? Кодекс Юкионика, да. Точно, точно. Точно, точно. Сика. Че пугаешься, дура, что ли? Пугай, блин. А ты где? Ты тут? Ну хер с тобой. Да ну хорош, за дик-то меня хватать, ну. Завали. Вот лишь бы за дик меня схватить, ну. Сколько уровней? А это, муж, я помню. То ли 5, то ли 6, что ли. Что-то, ну, она не длинная игра. Ну, особо. Теперь открыто. А что, до этого было закрыто? А, я в ту сторону не сходил. Там был поворот. Мы пытаемся без света пройти. Дистиллированная вода. Мне она не нужна. Химикат взять? Да. Да что тут такого? Ну пришел в школу, ну своровал этот химикат. Ну что тут такого? 8? Не, я не помню, чтобы их было 8. Не, ну может, конечно, 8. Я хрен его помню, реально. Да что там, рука лежит чья-то, что ли, ну? Это рука? Скульптура старческой руки. Пальцы крепко впились в медальон, как бы не желая его отпускать. Золотой медальон, да? Да. Это первая часть загадки, которую мы нашли внизу в фойе. Там было написано что-то типа, что какая-то там вода мудреца, что-то там, что-то там отдаст какой-то предмет, что-то типа того. Это первая загадка. Но не суть. Бля, тихо.
Да в смысле закрыто. Кто тут? Ты там за поворотом? Бля, это сволочь мелкая. Ебашу, смотри. Здорово. Вам чего? Вы к кому? Молодые люди. Да что тебе надо-то? Молодые люди, идите нахер. Вот пристали мелкие сволочи. Так, класс. Даже в класс можно войти. Окей. В похожем классе мы уже были. Здесь что-то есть? Ох, ё. Не-не-не-не, братаны, не надо. Ой, ёп. Вот это нормальный учитель. У него, короче, коробка с патронами лежит на столе. Нормальный учитель. Как в Ералаше прям. Ну. Просто кошка. Окей. Шкафки. В шкаф. Сука. В шкафчике нет ничего полезного. Ну. А кота-то за что, алло? Чего вы начали-то? Пацаны. Знаменитая загадка. Мы, в принципе, могли бы еще вправо вниз пойти. Ну, да ладно, хрен бы с ним, наверное. На всю Порш все равно туда придется идти, наверное. Есть медальон. И есть тут одна. Оу, щит! Здесь на улице здание. Оно? Да, это часовня. Золотое солнце. Золотой медальон. Это сдвинет часы, как было написано в загадке. Да ну, пацаны, хорош. А убьем их все. Да хватит за дикто цепляться, ну. Завали. Дверь башни заперта. Стрелки остановились на 12:00. Давай сразу тогда сделаем, чтобы поправильнее было. Так, а где это? Это здесь. И прям враги сейчас, небось, появятся, не? Не. Так, это была первая загадка, да? Химическая лаборатория. Злато в руке старика и грядущее скрыто в длани его. Лишь за воду мудрых злато свое он отдаст. Вот, да. Это вот эту загадку мы решили. Дальше часы перевернулись на 12:00. Не то. Вот это.
Место звуков и песен. Серебряный знак голоса скрывает безмолвные. Их пробудьте в порядке, как я предписала. Место звуков и песен. Кабинет музыки. Я так понимаю, да? Класс музыки, да? Рояль там как раз написано. Хорошо. Трава вверх. Благо никого нет. До конца пробежать. Где ты? Где ты? Он меня не видит. Здесь? Хорош. Некоторые клавиши испачканы кровью. Что бы это значило? Проверить рояль? Да. До. Окей. Часть клавиш глухих. Описана кровью. Сказка о безголосых птицах. Дисклаймер. Эту загадку не может пройти тот, у кого нет слуха. Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды. Бьет воздух белым он крылом, а тихий голубь обогнал его. И мимо пеликана пролетел так далеко, как только мог. А вслед им черный ворон. Парит он выше голубя, чтобы показать, что он сильней. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. И после всех ленивая ворона садится только лишь влетев. Зевнувший мирно засыпает. Кто птицам путь определит? Кто голоса даст безголосым? Кто больше птиц награды ждет? Серебряной награды. Это худший, блядь, перевод, который я когда-либо видел. Это из загадки. Это писец. Ну, типа... В оригинале я помню, что здесь было... Что... Где это? Первым взлетает алчный пеликан. И типа он летит выше всех. Что означает, что это типа... Ну, я не помню, как там правильно было. Что типа это самая высокая нота на всех... На всей этой... На всей пианинке, короче. Чё-то в этом духе. И плюсом птицы здесь белые и черные. То есть, ну, пеликан белый. Голубь тоже белый, наверное. Не знаю. Черный ворон. Это черная нота. Белоснежный белая. Ворона тоже черная, скорее всего. Что-то типа... Один, два, три, четыре, пять. Да. Это только потому, что я знаю решение. Но этот перевод вообще, конечно, такой себе. В плане этой загадки. Тут реально хер поймешь, что происходит. Стоит первомалочный пеликан, что жаждет больше всех награды, бьет воздух
белым он крылом. А, тут поменьше, но белым. Тихий голубь обогнал его. Значит, голубь будет правее. И мимо пеликана пролетел. Так далеко, как только мог. То есть, ну, максимально с другой стороны. Белая нота. То есть, так и получилось, что первая белая, она слева была. Самая первая. Вторая, самая последняя. Вслед им черный ворон парит. Он выше голубя. Голубь был второй, да? То есть правее, выше. Выше, значит, ну, это, ну, по нотам. Выше. Справа. Сверху. Чтобы показать, что он сильнее. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место. В соседстве с другой птицей. То есть, ну, рядом с другой птицей. Потише, наверное, это пониже по громкости. То есть, слева. Что там получается? 1, 2, 3, 4. Ну, тут либо он рядом с пеликаном. Да, либо слева от пеликана, либо слева от голубя. Одно из двух. За ним белоснежный лебедь, он найдет себе потише место в соседстве. Или я тоже прочитал. У всех ленивый ворон садится только лишь влетев. Ну там одно место. Там две черные ноты и три белые. Тут, в принципе, если понимать, как это работает, что именно нужно ноты, которые по-другому звучат, не как ноты, то, в принципе, загадка изи. Но перевод тоже немного может всрать все дело. Ну, я решил. Так я же увернулся, блядь, алло. Ну, я вроде объяснил, как загадка работает. Надеюсь, вы поняли. Да лол. И сразу сюда. Идите нахуй, ебитесь как хотите. Ну да, она такая. Мы в детстве ее не могли решить. Ну, хотя нет, подожди, я решил ее в детстве. Но мы ее нарандомили просто. Мы поняли смысл, как она решается, но мы нарандомили ее. Только мы поняли первую и вторую. Что типа они максимально друг от друга на расстоянии. А дальше просто был рандом. У меня друг, Андоха, они с батей эту игру проходили. Они не могли ее пройти. Потому что у них нету, ну, слуха, музыкального образования. Маман им помогала. Она прочитала загадку и решила ее, блядь, в момент просто. Они такие, чё? В смысле? Чё за хуйня? Чё это? Все вот решать, ибо та хуйня, которая была в оригинале, просто неясный. Говно стих, короче, ей вал канами, их загадки, удачи тебе пройти. Хороший перевод, мне нравится. Загадка яичная, если понял смысл первой фразы. Ну, в принципе. Не, если понял, что имеется в виду, ну, в плане, что это ноты — это птицы, и то, что, ну, белые ноты — это белые птицы, ну, остальное. Если это ты понял, то загадку ты, в принципе, решишь, потому что тут не так уж много комбинаций. Если уж так. Так, серебряный медаль. Ты чё, ты иди ты нахер? Про безмолвных птиц? Ты заебешь, блять, отцепись от меня, сука, сумасшедшая. Открыто. Найс. Привет, Ольга.
Нет, там, понимаешь, там это написано на первой строчке. То есть, типа, сказ о безмолвных птицах. И дальше ты просто прокручиваешь, и дальше загадка сама начинается. А то, что в начале просто название, у тебя даже в голове этого нету. Ну. Вы где? Не понял. Так, весь спортзал. Тыкнемся, скорее всего, закрыто. Теперь открыто. Не. Слишком темно, чтобы включить. Спокойной ночи, Рикапча. Пусть тебе приснятся кошмарики. Да, сегодня PS1 лог. Он по средам. Окей. Дверь башни заперта. Стрелки остановились на 5.00. Прям посмотрим, что на 5.00. Чё-то как-то громко стало. Так. Я в какое-то себе невыгодное положение поставил. Так, 5 утра нам нужно, да? Это мы сделали. 12.00 мы сделали, 5 утра. Окей. Тьма, что приносит удушливое пекло, треск пламени, тишину взрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. А дверь не должна была открыться в башню? Треск пламени. Ну это котельная, да? По логике. Чего? Понимаешь, я понимаю. Бойлерная, да. Там на правую, через правую тут можно спуститься вниз. А где тут сохранение? Я бы хотел сохраниться. То, что-то давно не было сохранения. Эй! Окей. Найс. Здесь есть кнопка. Хотите нажать, да? Это кто там? Это кто там такие страшные звуки дает? Я обожрался. Кто это? Это Ноксел. Так, и это что-то открылось здесь, что ли? Замок заклинило. Да что ты прицепился ко мне, падла? Отстань. Может, теперь дверь открылась? Туда немножечко. Как дела, Ноксел? Что, может, лучше хоррора перед сном? Silent Hill. Survivor horror. <У-у-у. свят>
Ну что, она открылась? Ну, прикинь, это была вся загадка. Это была вся загадка на 5.00. Просто спуститься вниз, нажать кнопку. После вот тех двух загадок. Привет, Чианур. Как дела? Чего это там? Спасибо, как дела-то? Где? Я уже здесь был? Иллюминаты. Не припомню, чтобы раньше здесь было такое. Вроде ничего. У нас как? У нас нормально, прикинь, Silent Hill накрутили, охренеть. Наролили. Ну, хоть наконец-то, нормальные игры. Ура. Которые мне по душе. Так, значит, давай в вестибюль ломанемся. Ну, это то же самое, та же самая школа, только ночью. Жду Звездные войны. Узика. Узика. И это будет интересно, да. Можно мне именную команду? Не. Больше я их не... Эй! Что это? Так, тихо. Ну что ты начал-то? А хилки кончаются. Здесь что-то есть, кроме двух дверей. Идеальное использование двух смайлов. Теперь открыто. Карточка с картинкой. Лучше, чем ключ. Это как рисунок ключа. Отстань. Да чё ты присал, ты ко мне? Не трогай меня. Извращенцы чёртовы. О, я вижу настоечку боярышника. Пожалуй, возьму. Остите. Чё это такое? Закрыто. Чёрт. Я тебя... На-ка! Хлебал свой, закрой! Так, медпункт. Пожалуйста, будьте аптечки здесь. Оу, сохранение. О, аптечки. Ну,
да. Хорош. Чё-то сохранения не было вообще прям 33 минуты. Час 08. 30 минут не было. Этих, как их называют, сохранения не было. Целых 30 минут.